Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 19. «Староверы могут спастись?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только в России существует 48 наименований старообрядцев, беспоповцев, и два наименования, имеющих законное рукоположное священство – Белокредницкое, в скобках австрийское, на Рогожском кладбище в Москве, и древнеправославная, Новозыбковская, в скобках Брянская область. Относительно приемлющих священства вопросов нет. У неприемлющих священства нет ни одного таинства, потому что нет закона рукоположной иерархии. А без сих священных рук досточтимого священства нет отпущения грехов смертных. Иоанна, 20 глава, с 21 по 23 стихи. Цитата. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся“. Без священства нет причастия, а без причастия нет жизни». Иоанна 6:53. Цитата. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». И причащение будет совершаться до второго пришествия Христа. 1 Коринфянам 11:26. Цитата. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Бог будет судить мир по Святой Библии. Иоанна 12:48. Цитата. «Отвергающее Меня и не принимающее слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Староверы вообще не любят Библию, а любят иконы, лестовки, подручники, мощи и тому подобное, говоря, что от Библии сходит с ума. Спасение, вопреки Библии, невозможно. Притча 28:9. Цитата. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Псалом 49:17. Цитата. «А сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя».